Всем привет! Давайте в этом видео разберем, что еще можно придумать в ZBrush. Именно придумать. Я такое, в принципе, видел в одном видео, но так и не понял, откуда и как он берет, включает цвета вот эти вот с картинок. Может, есть такая возможность. Кто знает, подскажите. Ну, сидел, голову ломал, придумал свое. Вот есть такие у нас оттенки. Это у нас цвета кожи, 66 штук их. Это вот схема, разработанная Oriflame, скачана оттуда. Есть вот такие цвета волос, 27, 27H, оттенки. Еще есть другие схемы. И вот как это вот оттенки зубов. Разные, как их можно использовать в текстурировании в ZBrush. Давайте разберемся. Открываем ZBrush. Вот нам надо раскрасить, допустим, вот эту модель. И давайте сделаем, чтобы здесь вот в боку не копаться, не искать эти оттенки, цвета подбирать, долгая песня, они уже готовы. Давайте зайдем в Subtool, откроем Append и добавим план 3D. Сейчас найдем план 3D. Отключим нашу модель. Так, вот у нас Subtool здесь есть. Уже мы их потом подгрузим к друг другу. Выровняем нашу модель. Ctrl, левая кнопка мыши. Добавим девайдов. Так, девайдов добавим 66 тысяч пойдет. Так, вот такая сетка у нас должна вытянуть это дело. Открываем текстуры и загружаем сюда текстуры кожи. Находим их, вот они, и подгружаем. Опять нажимаем текстуры, жмем на этот значок, регулируем наш размер. Вот так его отрегулируем. И теперь давайте немножко порисуем. Жмем RGB, отключаем ZAT. И нашей кистью интенсивность можно прибавить. И вот так вот нарисуем. Что теперь нужно сделать? Уменьшаем Draw Size, если у кого прибавлены. Жмем Ctrl-Shift. Так. И вот отсюда вот так вот ее обрезаем. Вот что у нас получилось. Теперь заходим Display Properties и ставим дублировать. Все, вот мы теперь ее видим со всех сторон. Выравниваем. Можно теперь ее сохранить. Экспорт нажать. И сохранить как оттенки кожи. В формате Option. Или можно в других сохранять. Так, все, это у нас есть. Сохраненный. Открываем Subtool и давайте подгрузим нашу модель для раскраски. Что нам нужно сделать, чтобы удобнее было работать? Жмем Move. Перетягиваем ее в бок. И прибавим ей, давайте, размер. Заходим в Geometry, Size.
Вот таким образом. Можно ее ротации поставить туда, куда вам будет угодно, в любой угол. Так. Вот теперь что нам надо. Так, есть у нас модель, есть у нас плашка световая. Мы теперь нажимаем на любую, на любой цвет. Сейчас поменяем, давайте, текстурную, материал текстурный. Вот так вот. И вот теперь мы можем нашей модели любой цвет менять. Вот так вот. Поменяем другой материал, проверим, как это все работает. Вот вы видите, здесь будет повидней. Также вы можете им раскрашивать. Все, модель перекрашена. Быстро, хорошо. Также можно, если присутствуют зубы у модели. Вот так она быстро меняется. Сделать такую же плашку для зубов и для всего. Как она отключается, вы знаете. Переходите на модель. Вот так все это выглядит. И дальше вы можете подгрузить еще какие-нибудь вот эти вот световые плашки для себя сделать. И можете также вот раскрашивать зубы, можете подобрать цвета волос. Уже вы экономите время на подборе. Также можно, конечно, использовать текстуры, красить вот через картинку. Но это, согласитесь, тоже долго. Выключать приходится, убирать. Все, что хотел показать. До свидания.